Настроение, как самочувствие? Что хорошего? Что не очень? Хорошее. Люб, у тебя последнее время, да, хорошее состояние? Как-то одно время было не очень. Достаточно часто. Спасибо, все хорошо, о здоровье. Да, я рада. Я рада. Все хорошо. Было давление высокое 2 дня, первый раз, так настроение хорошее. Процесс идет. Да, нормальное. Все в пределах разумного. А у нас еще и полнолуние, и праздник завтра. С наступающим праздником всех. Проще стало относиться ко всему, ушла с должности бригадира. Молодец. Молодец. Добрый. Уже лучше. Спина не имеет справа. Ну, сейчас и поработаем. И расскажу, и поработаем. С нашей спинкой. Погода осенняя, красивая, да. Люблю такую погоду. Позвоночник. Насколько мы обращаем внимание на вообще на нашу спину. Собственно говоря, наверное, обращаем внимание только тогда, когда она начинает болеть, когда начинает болеть позвоночник. Почему это происходит? В основном потому, что радости в жизни мало, потому что позвоночник – это основа, стержень нашего тела и стержень нашей жизни. И вот сейчас мне хочется, знаете, что открыть? Немножко не по теме, но мне хочется открыть моксотерапию на спину, на расслабление мышц спины. Можете принять удобное положение, так расслабиться, чтобы получать удовольствие. Зажимов очень много. Скажите, пожалуйста, кто из вас достаточно... Класс, задергался. Правый. А пусть дергается. Сокращение мышц идет. Кто из вас делает массаж хотя бы изредка? Я уже не говорю, что постоянно, с постоянной периодичностью. Если будут, то я так думаю, что очень мало таких. Боль между лопаток отдает в руку правую. Угу. Очень давно не делала, только энергиями. Мало, хотела бы, но нельзя, да. Угу. Кому-то нельзя, да, 1-2 раза в год. Ну, в принципе, достаточно регулярно. На массажном кресле дома тоже хорошо, шикарно. 1-2 года, ну, хотя бы так, хотя бы так. Я уже не говорю о том, чтобы близкие делали, лежу на аппликаторе. Ну, там точечное воздействие, аппликатор Кузнецова в основном, да, Оль, иглоукалывание.
Это по методу «все гениальное просто». Липко, не слышала. Раз в полгода, молодец. Только энергии запускаю. Угу. Но вот эти вот энергии, терапевт, божественное выравнивание тела. Ага. Достаточно редко запускать, потому что там идет глобальная работа. Мне в этом отношении больше нравится квантовая энергия. Там три блока. Работа идет, в принципе, такая же. И не забывайте, когда вы делаете массаж или работаете энергиями с собой, не от случая к случаю, а конкретно проводите себе курс, работаете с собой по позвоночнику, все нагрузки желательно исключить. Подъем тяжестей, спортзал на какое-то время можно перерыв сделать, потому что, сейчас объясню, и у нас курс будет, поэтому заранее все это объясняю, как происходит работа. На очень таком мягком уровне идет работа с позвоночником с помощью энергий. Мышцы расслабляются, суставы, межпозвоночные диски полностью. И для того, чтобы перестроиться в правильную структуру, и в этот момент вы даете какую-то физическую нагрузку, и очень быстро как съезжает работа в никуда, то есть просто тратите время. Это, ну, примерно так же, когда вот как приступ радикулита, да, все, уже ничего не могу делать, блокады ставят, но опять же это одномоментные выходы. Один раз в год шейный все равно болит. Угу. Так, моксотерапия. На расслабление мышц спины. Вот что-то захотелось такого, как на расслабление и согревающий. Краниосакральную, максотерапию, массаж кунье, да, тоже хорошая энергия. На работе без нагрузок никак. Ну, это да, но в любом случае поберечься нужно. Всегда можно даже элементарно правильно тяжести поднимать. Не нагнувшись буквой Г, да, а на корточке присев с прямой спиной и так и подниматься. Курс квантовой энергии, сколько времени, дней нужно делать? Любыми энергиями абсолютно, которыми вы работаете, как минимум 10 дней. Можно дальше и больше делать, результат, естественно, будет лучше, потом периодически вспоминать. Но если ситуация достаточно запущена, естественно, нужно работать дольше. Вот. Я уже рассказывала, кто-то знает, кто-то не знает. У меня проблемы с позвоночником были с рождения. Вот. И 20 лет назад мне предлагали инвалидность, мне предлагали операцию по удалить одни позвонки, поставить другие. Я отказалась. И потом я начала заниматься уже космоэнергетикой, и я не заметила, как у меня пошло улучшение. На тот момент, весна-осень, для меня это были ужасные моменты, периоды жизни, потому что было очень трудно стоять, нагрузка была очень большая, я практически лежала. В основном лежала. Готовить было очень тяжело,
потому что это нужно стоять около стола, и там, ну, девчонки, вы знаете, да, там немножко наклон идет, и все, это жесть. Это жесть. Спустя какое-то время, буквально, может быть, год или два, я так опомнилась, боже, у меня, я не лежу, я хожу. Весна-осень. Это для меня, конечно, было что-то. Вот так вот. И, ну и сейчас я, естественно, и вместе с вами я работаю с собой и сама себе провожу какие-то сеансы, работаю где-то, если идет обострение, без этого никак. Что если есть инструмент, нужно работать. Нужно работать, и вы, если в принципе потренируетесь, тоже сможете. Я могу разговаривать, что-то делать и работать с энергиями. С собой или с кем-то. Но в данном случае я разговариваю и работаю с вами. И, ну, естественно, что могу сказать, на позвоночник обращаем очень мало внимания и времени. Помимо всего прочего. Что еще можно сказать по позвоночнику? Но в основном, как я уже говорила, да, это мало радости. Собственно говоря, по жизни очень многие себя насилуют, что нужно поступать вот так вот, нужно вот хочешь не хочешь, нужно работать там, где работа приносит хоть какие-то деньги. Это естественно, это неудовлетворенность уже, нагрузка идет. Спину мы не видим, и поэтому очень часто мы какие-то негативные эмоции мы прячем где-то в глубине или за спину. Естественно, чтобы этого никто не видел, в первую очередь мы, поскольку мы спину не видим, мы сами на свою спину грузим очень многое. У очень многих людей ответственность, чрезмерная ложная ответственность. Кто-то берет ответственность за других людей на себя, при этом относится безответственно к себе. Мы об этом уже говорили. И, ну, так делают очень многие. Взять элементарный показатель. На шее холка, нарост. Есть такие. Угу. Нарост, как шишка или горб. О чем это говорит? Есть. О том, что посадили себе на шею кого-то и тащит человек. Угу. Очень много, потому что воспитывали так, потому что считается, что так правильно, хотя абсолютно неправильно. У меня, сейчас скажу, лет, ну, может быть, 10-15 назад шишка на шее начала расти. Ну, появилась просто, она взяла и появилась. Я когда начала разбираться, что это такое, с чем это можно есть, не нужно ли вообще, откопала вот это.
Даже не 15, лет 10, наверное, назад. Как раз стало происходить очень многое у меня и в семье, между родственниками. И я приняла грандиозное, шикарное решение. Я просто всех послала, всех со своей шеи скинула. И не делая массажа себе на тот момент, я не делала вообще никак, давно уже. У меня эта шишка, ну, практически одномоментно. Вот она сегодня, вчера она была, сегодня ее уже нет. Вот просто она взяла и исчезла. И мне так легко стало, вот вы просто себе не представляете. Сейчас момент опять настал, что пытаются мне на шею залезть, но тут я уже отбрыкиваюсь конкретно. Скоро дойдет до того, что буду посылать конкретно, чтобы было понятно. Опять это касается, естественно, родственников, близких. Я так думаю, что у каждого возникает, возникала когда-нибудь такая ситуация. Вроде одна живу, послать-то некого. Седьмой позвонок так и увеличен. А вот это вот я и говорю, что ответственность за других, внимание к другим, но не к себе. Потому что не привыкли. Поэтому нужно, хочешь изменить мир, измени себя. Ну, гениальная фраза сама по себе. Собственно говоря, так и есть, так и происходит. Потому что только что ты меняешь себе отношение свое к чему-то, оглянулся, ты мыслишь уже по-другому, ситуации абсолютно другие происходят, люди, ну, совершенно другие около тебя, общение абсолютно, разница, ну, просто шикарная. На здоровье, сейчас каналы откроем и посбрасываем. Вот так бы еще и с косточкой на ноге разобраться, как с холкой. С косточкой я разбиралась. Косточки на ноге у кого есть? Ну, естественно, они большие, это больше работа идет. Я зацепила, когда она только начала расти. Угу. Девчонки, есть, ну пусть Наталья, Надежда Семенова, о боже, Степанова, вот, Степанова, книги, от чего она растет, а Бог его знает. Но вообще это с родом связано, с родом. И я там нашла, может быть, не там, был заговор, просто шикарный заговор на то, чтобы косточка не росла. Ну и обратно в нормальное состояние. Заговор я не помню, но помню, что надо было мизинцем обводить сучок на полу. Ну, полы раньше были деревянные, и даже если покрашенные, видно было, да, что где ветка спилена, видно сучок. Вот найдите вот эту вот, этот заговор. И сделайте себе. И можно под энергиями. Обязательно зажечь свечу. Сейчас как раз начнется убывающее. Если косточка большая, то делать долго. Предплечье, боль усиливается. С чем это может быть связано? Свет правое, левое.
Я всегда путаю, смотрю или вот так, или за спину, и очень многие так делают. Во всяком случае, моя правая, да, правильно, значит, я сказала. Я вижу там темный сгусток. Начала ломить левую руку. Угу. Так, вот, давайте откроем серебряный столб. У кого-то он и есть. А, сейчас, кстати. Сейчас скину курс. У кого нет энергии этих, может пойти на курс, на этот. У кого есть, может пойти просто на усиление, не идя на курс. Или может отдельно взять какое-либо посвящение, у кого этой энергии нет. Просто пишите в личку. В зеркальном отражении много видят. Угу. Я говорю, это... У очень многих, практически у всех я обращала на это внимание, и мы путаемся. Серебряный столб. Это лечение позвоночника. Что последнее слышали? Ася, вот нажмите на ссылку и прочитайте там. Все есть. Серебряный столб. Лечение позвоночника. Остеохондрозов всех. Артритов. Артрозов. Позвоночные грыжи. Переломы старые, новые. По костной ткани идет работа. Суставы. И вот сейчас мне опять хочется, знаете, что давайте откроем тоже. У многих должна быть эта энергия. Серебряная нить. Это обезболивающий канал, очень хороший. Я просто не знаю никаких других, которые бы работали так быстро на обезболивание, как серебряная нить. И что интересно, серебряная нить идет по позвоночнику и чистит позвоночник очень хорошо. Потому что подчистить нужно. Загрузили. Пора в порядок приводить. У меня вот такое ощущение, да, сейчас. Позвоночник, главное, вообще никак, как будто его нет. А вот мышцы вокруг позвоночника, как после работы. Такая приятная... Боль. Добрый. Можно. Даже нужно. Я вот думаю, что ее нужно. Я дам, наверное, ее подарок курсу посвящения. Это. Ну или отдельно можете взять, если у кого-то есть желание. Болит снизу в области таза. Ася, у вас там ну, просто громадный объем. Негатива. Просто огроменный.
Там даже не столько позвоночник, он уже идет как следствие. У вас вот именно как мочеполовая система, там огромный шар. Такое ощущение, что вторая чакра где-то там внутри затерялась, ее в принципе погребло вот это нужно чистить. Работайте. Идет вращение приятное вокруг позвоночника. Потому что я серебряную нить, я вокруг позвоночника вот так вот запустила. Снизу вверх, сверху вниз. Часто болит копчик. Копчик, когда болит. Вот просто ни с того, ни с сего. Это может быть старая травма. Дети очень часто падают. Но в основном, если болит копчик, это пробка. На здоровье. Тоже боль внизу таза. Надюш, а вот у вас крестец, у вас позвоночник упало сильно. Ну, я тоже в детстве падала, и у меня в бок копчик смотрит. Добрый. Но тем не менее. Давайте. Сильно зеваем. Замечательно. Что делать? Поддерживать только себя. Мне, прости, Господи, одна дура. Массаж. Я просто больше никак не могу ее назвать. Господи, в четвертом классе сколько мне лет было? Лет 10, наверное, да? И сейчас, это было также лет 20 назад, сколько времени прошло, он у меня уже зарос, она мне говорит, давай я тебе его выровняю, копчик, на живую. Хорошо, это, ну, не далась, реально послала конкретно, потому что, ну, выправит она его, но, извините, это надо или вообще ничего не делать, лежать, или закатать в гипс, опять же, ничего не делать. Это же боль дикая, просто нереально. Вот. Давайте сейчас как пробку сдернем. Это всем нужно делать, без разницы, болит, не болит. Любой дискомфорт. Вот представили, копчик, да, ваш? И как будто туда ниточку, да? Там сгусток темной негативной энергии. И вот зацепили ниточку, намотали и дернули. Как будто что-то вы вырываете. Вот сразу легче. Вот я даже вот чувствую по вам. Сразу облегчение пошло, как будто ух. Тоже не проходит болезненность поясницы, серебряная нить, серебряный столб. Справа тянет спину, массажистку нашла, вправляет. Ну, это, ну, честно, Люк, да, в таком возрасте вправить копчик, ну, нереально. Ох, ну, это тяжесть. Так, сейчас. Опорно-двигательный аппарат. Это блок Хутта. И профилактика, и лечение полностью. Там идет работа и с первопричиной. Ого, и карму цепляет. Ну-ка, я даже и не знала. Ну, вообще, худ-то хорошо тоже работает. И вот давайте. Что сделаем? Со своей спины всякую дрянь скидываем. Вы просто взяли вот так вот и выпрямились. Коромысла, бревна, мешки все скинули с себя. Что мы берем на себе?
Надо будет в курсе еще поработать на снятие программ имплантов, блокировок по позвоночнику. Чипы. Тоже хватает. Серебряный столб, серебряная нить, опорно-двигательный аппарат. Серебряный кувшин открывается вместе с серебряным столбом. И работает со всеми болезнями, связанные с костями, укрепление костей, параличи, переломы. Кстати, как самочувствие? Сейчас может быть тяжеловато, потому что работа идет. Работа непочатый край, и ситуации у всех разные, поэтому, возможно, тяжесть на уровне боли по позвоночнику. Четвертая давит опять. Четвертую чакру лепестками открываем. У кого давит? Пупки, боль. Луч свободы. Чистит хорошо программу сущности. Выводит свои миры, измерения, пространство. Стороны правой лопатки тянет, затылок ломит, тазовые кости смещаются, чувствую движение. Затылок, кстати, вот затылок, да, давайте из затылка точно так же, как мы с копчика сдергивали, точно так же сдергиваем с затылка. Зацепили, намотали и дернули. А очень хорошо это, когда давление скачет, делать. Только присоединилась, сразу энергию почувствовала, легко, приятно, в спине, ногах, во всем теле. Ну, Наташа, потому что только присоединились. Поэтому пока легко. Шея хрустит. У меня мышцы. Мышцы прям около позвоночного столба. Теперь уже такая не очень приятная боль, а конкретно вот, когда на следующий день просыпаешься после того, как поработал что-то очень хорошо, мышцы все дико болят. Вот сейчас у меня такая. У вас как самочувствие? В пределах разумного, ну, тяжеловато. Вот. Так что на курсе будет у нас не 4, а 5 посвящений. И, естественно, после посвящений будем работать и еще дополнительно 2 сессии. У кого есть посвящение в эти энергии, может пойти на усиление, как обычно мы это делаем. Кто не может позволить себе приобрести полностью курс, можете взять какую-то энергию на выбор. Боли в пояснице. Я говорю, сейчас тяжеловато, у меня в самой пояснице вот прям вот, ну не сам позвоночник, а мышцы.
Вот, а у вас, я вижу, по позвоночнику и работа идет, поэтому тяжело. Ломает шею, серебряная нить на обезболивание, поэтому, наверное, мне захотелось ее открыть. Она чистит позвоночник очень хорошо и обезболивает. Серебро само по себе, оно очень хорошо чистит, очень хорошо воздействует на энергию нашу. Мне тяжеловато, да. Я вот и вижу. Почему тяжеловато? Потому что началась работа, а вы, видимо, давно не работали. И вот, как я объясняла, да, сковорода какая-то засохшая. Вы ее в горячую воду. Она начинает отмокать, соответственно, там вот все вот это поднимается. Примерно то же самое происходит сейчас с нами. Оно, негатив, грязь, болячки, утрамбовалось, спрессовалось. Сейчас началась работа, пошел процесс. Энергетические пылесосы. Ой, очень хорошо можно. Прям по позвоночнику, по костям, по спине. Вот сегодня желательно больше уже ничего не делать, лечь, отдохнуть, покайфовать, попросить рядом, кто любой мазью, кремом элементарно спинку помазать, район позвоночника особенно. Как влияют цепочки серебряные на организм, если носить постоянно? Ну, Ась, честно говоря, не знаю, как они влияют. Ну, мало как они влияют. Потому что цепочка или кольцо само по себе, там единственное, да, что если негатив в теле есть, то, собственно говоря, и после золота остается тоже чернота. После золота, если чернота остается, то там, конечно, вообще жестко сделано. А так, энергии чем хорошо? То, что они идут внутри по всему телу, по каждой клеточке тела, молекула, атом, ген. На уровне ДНК. Цепочку серебряную же туда не затолкаешь. Ну, понятно, что в воду, если ее опустить, да, то там, да, будет результат. На теле, если ее только как оберег сделать, защиту или по здоровью что-то зарядить. О, кстати, да, кто на курс пойдет, какую-то вещь приготовьте с камнем, с драгоценным, полудрагоценным, там что будет. Мы зарядим на позвоночник. Цепочка, кольцо, что вы поносите какое-то время. Тоже сделаем. На здоровье. Ну, это хорошо, что стало легче. Быстро. Так. Так, процесс запустили. Завтра в записи будет вебинар выложен. Еще дополнительно послушайте, поработайте, энергии поработают с вами, что в записи все рабочее. Вот так вот как-то. Вроде все рассказала, что хотела. Так, вот еще раз. Курс. Скинули. Со спины еще скидывайте. Не все скинули.
На здоровье. Со спины скидывайте. Видите, не видите, знаете, не знаете. Любое ощущение тяжести присутствует. Выпрямляетесь и скидываете рюкзаки, плащи, там вообще ну, все, что может в голову прийти. Доска гвоздями к спине приколочена. Элементарно. Крест какой-то на себе прете. Там чего только не бывает. На здоровье. Ну и тогда на сегодня все. Отдыхайте, восстанавливайтесь, расслабляйтесь. На здоровье. И я вас люблю, благодарю. Всем пока.